Знаете, изначально я вообще не планировал делать этот ролик, но так уж получилось, что я очень сильно подсел на энергетики. И так же, как и все остальные шизоидеи на моем канале, это пришло спонтанно. Однажды, когда я пришел домой с шараги, я понял, что у меня дома лежит 5 разных энергосов без дела. Тогда я подумал еще раз и осознал то, что если я их все равно выпью, то почему бы не сделать из этого контент? Ну а пока я рассказываю вам свои охуительные истории, я должен предупредить, что употребление энергетика вредит вашему здоровью. Пожалуйста, блять, не повторяйте то, что я сделал сегодня. Автор видео совершеннолетний, имеет право быть Dead Inside. Так, все, дисклеймер я сделал, чтобы не дай бог пизды не получить. Теперь давайте смотреть ролик. Ну и первый единственный плюс энергетиков в том, что они неплохо так поднимают концентрацию и внимательность. Я думаю, что очевидно, что после 5 банок энергетика вы сможете сидеть за компом хоть десятки часов подряд. А фокус на уровне будет настолько сильный, что все это время вы сможете спокойно удерживать консистент. Ну а минусов здесь гораздо больше. Ну во-первых, после такого количества энергетиков ваше сердце вштырит так, что вы будете чувствовать свой пульс при игре в ГД. Как вы сами понимаете, так играть не очень комфортно. Ну а еще есть риск при большом флюке на уровне получить инсульт жопы. Но если от этого вы еще не умерли, то следующий минус вас точно добьет. И это просто нереальный бомбеж при каждом сливе. Я не буду сюда вставлять свои кринжовые оры, просто поверьте на слово, что так и будет. Реакции на обидные сливы будут в раз 10 красочнее, чем если бы вы не пили энергетики. Так что лучше подумайте 100 раз, прежде чем пить энергетики перед игрой в ГД. Ну а теперь прошу смотреть мою победную попытку на энерджайзере, а реакция вас удивит. Подожди, блять, какой нахуй энерджайзер? Ты же на стриме оверрайд проходил, при чем тут энерджайзер вообще? Ну, во-первых, привет, Максон. А во-вторых, ролик начал делаться еще до того, как я прошел оверрайд на стриме, но если кому-то интересно, и ссылку оставлю его в описании, можете посмотреть победную попытку на оверрайде. Там реакция ничуть не хуже, а идея та же. Все, сейчас не будем затягивать, давайте смотреть. Блять, надеюсь, Махимал меня не убьет после этого видео. Я, короче, врубаешь эти звуки, я, короче, сразу Махималу пишу, типа, брат, давай ты, короче, не будешь... Чего ты пролагал? При прохождении сайгонка, потому что после него я буду быть, типа, ага, ну там. Короче, я пишу Махималу, типа, не смотри прохождение энерджайзера, потому что, ну, плохо для меня закончится, ты меня будешь ненавидеть. Он такой, типа, говорит, чё? Чё, бип, чё? А, чё, бип, чё? Да догни ты даже не всегда, так скажи, что за бред? Тихо. Last. Да! Я прошел! Я бипчу бобуснул его. Поздравляем энерджайзер с прохождением Сайклонника! Передаю привет Махималу и всем его старым видео. Привет, Махималу! Мы тебя любим! И всем привет, с вами снова я, Максимал Дэш. И сегодня у нас будет история Sonic Wave Infinity. Я уже давно хотел записать это видео, но ленился. Ну, поздравляем Сайклоника, короче, да? Да, поздравляем. Осталось запись сохранить. Надеюсь, что она сохранилась в таком прекрасном качестве. Take me.